Головкин жекпе-жегі бойынша. Қазір міне сіздер асқа күткен жекпе-жекті де тамашалайтын болсын. Болсын да жаңа біз көрсетілмеген Иса Ақбербаев арасындағы жекпе-жекті тамашалайтын боламыз. Болсын да Иса Ақбербаев Германия спортшысы Армин Долингермен сынға түседі. Байқап тұрсыздар ма, назарларыңызға Иса Ақбербаев, қазақстандық былғары қолғап шебері. Яғни осы уақытқа дейін Иса 8 жекпе-жек өткізіп, оның барлығында басым түскен 5 жекпе-жегін техникалық нокаутпен ұтқан. Жалпы өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде чемпиондық жекпе-жек, яғни 12 раундтан тұрады, яғни біз өз жерлесімізге жеңіс тілейік. Иса Ақбербаев, бұл жекпе-жекте яғни өз пайдасын шешеді деген сенім мол. Қарсыласына қарағанда жас, қарсыласы Армин Делингер айтып кеттім, соңғы жекпе-жектерінде онша сауат өнер көрсетілмей жүрген боксшы, дегенмен де тәжірибелі боксшы екенін байқап көрейік. Қалай болғанда осы 12 раунд бойы спортшылар жекпе-жек өткізу керек, бірақ біздің жерлесіміз Иса осы жекпе-жекті уақытынан бұрын аяқтайды деп есептейміз. Ну вот, отлично, мы получаем картинку из Германии. К сожалению, мы уже некую интригу развеяли, но тем не менее, хоть мы и знаем, что наш казахстанский боксер победит в этом бою, давайте посмотрим. Значит, на сегодняшний день Иса Ақбербаев является чемпионом Азии. 26 марта он в Екатеринбурге завоевал этот титул в первом тяжелом весе в бою против танзанийца Паскалам Ндомба. Провел он бой на дальней дистанции и уже во втором раунде техническим нокаутом победил. И в этот же день потенциальный соперник Геннадия Головкина Дмитрий Пирог провел защиту титула чемпиона мира по версии WBO против аргентинца Хавьера Масиэля. Готовился Иса Ақбербаев к поединку в Астане. Сам он проживает в городе Алматы. Провел 8 боев, из них 5 победил нокаутом. Ни одного боя не проиграл. И вот интересная такая статистика, что 28% в 28 раундах, значит, у него 62,5% нокаута. Видим мы, что примерно одинакового возраста, вернее, одинакового роста спортсмены. Так что, наверное, вряд ли можно сказать, что кто-то будет отстаиваться и на дальней дистанции боксировать. Интересно, что 28 лет Исе, и не сказать, что он молодой, но для профессионального ринга, конечно, это достаточно молодой возраст. Мы знаем в истории гораздо много примеров, когда выступают боксеры в гораздо более серьезном возрасте. Бахыт, как вы думаете, для Исы это начало карьеры? Как долго он будет выступать в профессиональных? Это все зависит, во-первых, от спортсмена самого, во-первых, от его самочувствия, именно его здоровья, какого оно будет. Ну, я думаю, что это, да, у Исы именно, наверное, только, наверное, начало профессиональной карьеры, то, что такой послужной список у него сейчас на данный момент. Вот он пробивает удары атакующего, попадая своего соперника в голову прямыми руками. Естественно, Ису мы знаем как со сборной национальной, потому что до этого он был в национальной сборной боксер, как знаем, как он был в Алмате, с Алматы, конечно, он сейчас показывает намного лучше выглядит, чем его соперник, оппонент. Вот. Поэтому видно, что он готовился к этому бою очень серьезно. Потому что я думаю, что боксеры, именно профессионалы, они должны быть ко всей неожиданности готовы. Почему? Потому что здесь бывают непредсказуемые боксеры, и они могут с любой точки ударить.
и что ты даже не увидишь этот удар, и можно, как говорится, пропустить удар, даже никакого там, скажем, там нет даже никаких там именитостей, ничего, но... Менеджер боксеров Олег Герман на заднем плане стоит. И судя по тому, что мы видели, что Иса выходил в футболке с надписью 3G, это логотип Геннадия Головкина. Это, да, это промоутерская компания Геннадия Головкина. Головкин Геннадий Геннадьевич. И действительно, я хочу согласиться с вами, что действительно этот бой, наверное, не простой будет для Исы, потому что Армин Доллингер достаточно опытный боец, провел 21 бой и 8 из них завершил нокаутом. Ну, Иса, конечно, он видно, что готовился к этому бою. Почему? Потому что он чуть, как можно сказать, предосторожничает, может быть. Сейчас просто он идет в разведку. Изучает да, своего соперника, что он сейчас в данный момент готов, на какие он удары реагирует, на которые нет. Ну вот и здесь вот он сейчас попадает в своего оппонента. Вот. Здесь судья дает предупреждение. Вот, и все, что опасно идешь головой своему. Ну вот на данный момент у Исы сейчас вот, конечно, я его в принципе, знаю как боксера, вот, он очень атакующий, думающий боксер, вот, и, конечно, он чувствительный очень чувствует оппонента своего в данный момент. Сейчас, правда, провалился, но это, как говорится, разведочный бой, первые 2-3 раунда это будет идти. Но я думаю, что и сам он не доведет до этого. Наверное, думаю, скорее всего, что закончится где-то во втором, в третьем раунде. Мне хабатта Жанкозерн скоро вот стар, Иса Ахбербаев, Ихи Зубатап, Тызгынды қолын алып, қарсыласын ауыр соқпарының астына алуда. Әрине, тәжірибелі спорт, қарсыласын тәжірибелі, дегенменде Иса Ахбербаев оңғайшылықпен қарсыласын бас көтеріне мүмкіндік беретін емес. Екінші раундтың аяқ қалына 1 минуттан аз уақыт қалды. Осы раундында өте тамаша соққы оң қолымен және қарсыласы ринг алаңына ұсылап түсіп тамаша соққы. Әрине, бұндай ауыр соққыны қарсыласы күтпеген шығар, дегенмен қазақ спортшының соққылары қаншалықты ауыр болатынын неміс жігіті өзі байқап көрген шығар. Енді қазір қарымта соққы жасап есе қайтаруға тырысып қалуда, бірақ оңайшылықпен Иса қарсыласына ондай мүмкіндікті береді емес. Оның үстіне соққыларын жаудырып қазір кездесуді уақытынан бұрын аяқтауға тырысып қалатыны түсінікті. Әрине, бұл жерде жастық та дайындық та жеңіс оңай келмейді. Табан ет маңдайтардың арқасында келетін жеңіс. Қазір міне өз кезегінде төрешіде спортшыларға ескерту жасады. Бұл жекпе-жек менің ойымша уақытынан бұрын аяқталады. Ол түсінікті, өйткені Исаның аяқ алысы өте жақсы, соққылары өте ауыр, өздеріңіз байқадыңыздар. Сонымен екінші раунд аяқталды. Бұл екінші раундта Иса өз қақпасынан бір қадам алда тұрса, артық айтқанымыз емес. Естеріңізге сала кетейік, Иса жалпы осы ағымдағы жылдың наурыз айында Ресейдің Екатеринбург қаласында өткен кәсіпқой бокс кешінде Азия санаты бойынша бүкіләлемдік бокс сериясының чемпиондық белбеуін иеленген. Қазіргі уақытта назарларыңызда Иса, яғни бүгінгі жекпе-жегінде қарсыласын жеңетін болса, әрине болашақта осы Геннадий Головкин және Бейбіт Шүменов сияқты тағы бір қазақстандық былғары болбақ шебері әлемдік кәсіпқой бокс деңгейде, яғни еліміздің көк байрағын аспанға желбіретеді деп сенеміз. Қазір үшінші раунд басталуға жақын. Ну, по-моему, нащупал где-то слабые точки в своем сопернике, потому что мы видели, да, Бахат, как та же играючи несколько Иса провел концовку второго раунда, где-то он позволял себе опускать руки, актерствовать немножко. То есть видно, что уже он понял, его прочувствовал. Да. Он в данный момент сейчас уже раскрылся.
я договорил до этого, он чуть ведет себя чуть скованно, но уже во втором раунде он уже, как говорится, реализовался и уже почувствовал, что соперник не отвечает на его левый удар именно, которым он ударил двоечку и тем самым свалил оппонента на силу ринга. Вот. Но это нокдаун, вот, в принципе. Ну, сейчас я думаю, что Иса ведет, он уже чувствует соперника именно, то, что он видит его. И на каждое движение уже бьет не только одиночный, как он до этого делал, а уже пробивает сериями. Двоечками, троечками заходит к нему. Вот, на средней ближней дистанции. Что можно сказать о оппоненте Ивошник? Вот еще раз он еще пропустил. Поэтому видно, что Иса сейчас в данный момент уже он его очень сильно доминирует. И очень сильно видно уже, что он его очень сильно прочувствовал. Бахат, вы боксировали и в любительском боксе, и в профессиональном боксе. Насколько тяжело перейти с любительского на профессиональный бокс? Это Иса тоже самое. Вы знаете, в профессиональном боксе чем отличается от любительского? Вот хороший такой прямой, да? Да. И сейчас вот показывает, что Иса уже именно на тот момент, уже на грани того момента, уже для завершения бокса, для завершения именно боя. То есть, вот, видно, что он пробивает уже акцентно, пробивая и в корпус, и в голову, и сбоку. Вот. Ну, тем самым чуть и остается сам нагад. Ну, я думаю, он человек, который знает, что он делает. Ну, пробил он его до конца, забил. Добьет, потом он не отпустит. В одни ворота идет. Өздеріңіз көргенде қазір төреші жекпе-жекті тоқтататын сияқты, өйткені неміс жігітінің құлағы ғана кеткен сияқты, және мұрнында ғана кеткен сияқты, бұл жекпе-жек осымен аяқталып қалуы әбден мүмкін. Қазір дәрігерлік көмек көрсетіп отыр. Неміс жігітіне, бұл жерде құлағы да сырылып кеткен екен, қанын сауғалап тоқтамайтын болса, онда дәрігерлер шешім бойынша жекпе-жек аяқталып қалуы да мүмкін. Все, бой остановлен. Вот мы видим победу нашего казахстанского батыра. И я думаю, что это похоже на рождение еще одной звезды профессионального бокса из Казахстана. Далее, я так думаю, что все главное впереди у Исы, потому что я думаю, что он добьется большего и начнет боксировать за титул чемпиона мира по версиям. И мы еще не раз увидим Ису на ринге. Ну, сомнений нет, что даже если бы и не было этого рассечения, что бой бы закончился в пользу нашего боксера. Да, конечно. Видно было уже, да? Менің ойымша, Исаның мықты қарсыласын әлі алда, соперник у него еще впереди, потому что видно, что соперник не такой уж сильный попался для Исы сейчас. Ну, я думаю, что это все-таки предварительные бои, которые бывают у профессионалов, чтобы для того, чтобы именно почувствовать именно тот профессиональный ринг, на котором боксируют. Просто до этого вы говорили, чем отличается профессиональный бокс от любительского бокса. Вот, боксируя на любительском ринге, во-первых, количество раундов было у нас, когда я боксировал, было 4 по 2 минуты. А сейчас вот я боксировал в Астана-Арлансе, WSB. Там было 5 раундов по 3 минуты. И, во-первых, там боксируешь без шлемов и без маек. Вот. И, конечно, там уже тактически другие идут установки тренеров, и тактически другие идут, во-первых, все по-другому, все реальней, чем, конечно, любителях. Когда одно дело, ты боксируешь в маске, ты защищен на 50%, когда ты в шлеме боксируешь, а когда ты боксируешь без маски, там уже, как говорится, любое может движение головы. Вот. Почему? Потому что я сам на себе это ощутил. Вот. Можно посечься любым движением головы. Пример, пожалуйста, да, вот, имейте боксер, тоже да. Получил осечение уха.
Поэтому это вот, таков бокс. Қалай болғанда біз қазақстандық боксшыны жеңісімен құттықтаймыз. Көңіл-күйін көріп отырсыздар. Әрине, қуанышында шек жоқ. Үшінші раундта қарсыласын техникалық нокаутпен жеңді. Қалай болғанда қазақстандық жанкүйерлер осы Исаның жеңісіне қуанып отырғанымызды жақсы білеміз. Ну вот, казахстанский флаг мы видим на плечах у нашего боксера. И я думаю, что Геннадий Головкин молодец. Он хотя и боксирует, и тренируется в Германии, но это для профессиональной карьеры его, конечно, так нужно, потому что в Германии бокс является одним из любимых видов спорта, и очень многие боксеры приоритет отдают именно этой стране, потому что есть хорошие базы, хорошие школы, и самое главное, благодарный зритель и телеканалы, которые готовы платить за приобретенные трансляции, да, за зрелищные бои. И я вот хочу сказать, что Геннадий молодец. Вот то, что вырвавшись сам, добившись чего-то, он помогает другим казахстанским боксерам выйти на профессиональный ринг, помогает технически, поддерживает их, занимается организацией. Вот мы видим, что вот и Владимир Кличко там на бое находится, несмотря на то, что...